Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный тест. Решил я потестировать командору нестандартной сборки на битву гильдий. Вот такая вот командорка. Выживание, которое дает неуязвимость 3 секунды, кулдаун 7,5. Плюс истинная вера. Даже сейчас десяточку найдем. С кого там стырим? Десятку, не помню, там оккультист или бард у нас с десяткой. Бард, скорее всего. Нет, значит, на ком-то еще. Значит, на Ронине. На Атланте. Истинная вера, десятка. Вот такая вот сборка. Плюс мы поставим сюда для Ниньяза. Я переделал полностью ее. Она без уклонений. Но у нас священный суд, она собрана полностью, я убрал уклоны, поставил, вот выпало две жизни, переролил, сделал полностью фул на уклонение. И такой вот вариант, по идее, должен быть интересен тем, что у нас будет отхил, конечно, его порежет лис, но герой должен продержаться как минимум, я не знаю, процентов 50, 50-70 выбить. А также мы возьмем сюда, ну, на крайний случай, чтобы не слиться, вот такой вот вариант, тоже немножко переделал, поставил обряд лечения, хочу потестировать. Плюс сюда попробуем. Ставить, ну, хотя, в принципе, психощит нам нафиг не нужен, давайте попробуем тоже истинную веру затестим. Такс, ну вроде все. Плюс нам надо еще дополнительно ставим на всякий случай седнушку для реса. Вроде как бы все. Поехали посмотрим, что там у нас делается. Пока деф мне так, ну непонятно, 10 с 10 е. Трое слились. Двое, еще один был. То есть трое ушли на слив. Довольно-таки неплохо, но посмотрим к вечеру. Буду смотреть периодически, как сливы идут. Так, что у нас тут? Землеройка, зефир. В общем, весь парад, весь набор. Там через Фрея попробуем. Хотя тут не вариант через Фрея нападать. Почему? Потому что Фрейя у нас не стоит для командора, я уже показывал. Для того, чтобы она нормально дамажила, видите, молчанку накидывают. Не особо. А попробуем убрать юнитами и закинуть ее. Ой-ой-ой-ой. Пустил всех сразу же. Спешу. Убрали и памят побольше юнитами. Не, сливает. Не вариант. Без уклонения, конечно, это не то. Но тут даже уклонение, в принципе, землеройка блокирует. Но землеройка это, скажем так, еще полбеды. Блокируется полностью этим. Не вариант. Хотя были надежды очень большие, честно скажу, на эту командору. Но против землеройки лисички она не катит. Даже посмотрите, вот у него однозначно с точностью, потому что ворожей просто проседает с уклонениями. Но когда дает отхил, в принципе, 25% есть уже. 36%. Слили ее. Не вариант. Да, без уклонений командора, к сожалению, немножко не то. Еще разок. Будем немножко юниты подхиливать. А видите, проседают, причем жестко. Хотя вот там, где не будет лисички,
Сейчас, я думаю, не на всех растах, не на всех топах будет леса, будет поинтереснее. Ну вот 66% у нас получилось набить. Такое, не особо много. Так, выпустили. Минуса Командоры то, что она не бьет по всей карте. То есть вот это вот однозначно самый большой минус. Так, у него еще и не с отражалками. Думаю, нам должно хватить нашего зефира с обрядом лечения. Я надеюсь. И как видите, проблем особо нет. Точно так же и меня можно на битве гильдии проходить с командурой. У меня здания стоят кучно. Сейчас попробуем найти что-то поинтереснее. Так, тут тоже лис есть, но тут есть у нас только Фрэнк. Фрэнк и Барт. Будет повеселее. И попроще. Тут лис без воодушки, и вот вам уже разница. 54% и герой дальше хилится без проблем. За счет выживания, за счет истинной веры нету здесь, только добили. Как видите, здесь нету землеройки и в принципе у нас особо проблем тогда уже нет. Фрэнк, ну Фрэнк такое попадает, попадает. 72%, 73%, ну давай бей в ту сторону, 88%, 91%. То есть для битвы гильдии вполне очень даже ничего. Героя можно отлично использовать. Так, есть. Но там, где есть землеройка, там однозначно нужен ворожей, чтобы снимать молчанку. Так, что у нас тут? Тут у нас та же самая картина. Героя, в принципе, попробуем через зефира как-то его выманить, если получится. Отлично. О, нифига себе, приложился зефир. Ну, по сути, видите, недамажная сборка, и нам хватает атаки вполне. То есть головой. Не надо собирать там мега дамаг. Вот дефный вариант. Я показывал разные вариации, но этот вариант у нас такой, я чисто захотел с выживанием потестировать, чтобы вообще не получать дамаг. И довольно-таки она неплохо справляется. Нифига себе. Вот это подстава. Я надеюсь, нас сейчас тут не ушатают. У меня такой зефир, что вряд ли он. Хотя, смотрите, как проседать начал. Ну, самая основная цель на битве гильдии это набить хотя бы 50-60%. Есть ронины, есть куча всего. Но против таких топов ронины не всегда будут работать. А вот Командора плюс Дрейк, я думаю, мы эту связку тоже потестируем в следующий раз. Очень даже ничего будут заходить. Да, тут у нас опять есть молчание, ну, плюс фобушка. И лис, по-моему, тоже заряжен. Ну, поехали, посмотрим. Да, лис заряжен. Попробуем закидывать тогда ворожея. Слили уже. Да, лис еще то чудо. Вот смотрите, просто дамаги сразу же выносит. В первую очередь, как видите, выносит там, где есть юниты. Будет удар в первую очередь по казарму. Слили. Землеройка, конечно, это жесть. Землеройки пофиг на ваши уклоны, пофиг на все. Кстати, неплохо можно юнитами отвлекать без проблем. Попали. 43%. 52%. Ну, маловато, конечно. Давай, командорка. Не сливается. 53% набили. Ну, не так уж и много, я вам скажу. И причем мы сейчас потеряли
принципе, такой вариант ворожей должен, думаю. Нифига, смотрите, как ворожаи шатают. Нифига себе. Такс. Ну, так, 50 на 50. Я все-таки ожидал, что Командора будет получше держаться за счет Ньюязов, но, видите, все-таки уклонение надо. Без уклонения никуда. Хотя тут противники, скорее всего, с точностью хорошие, потому что попадают по ворожаю, у которого 19к уклона, то понятно, что даже если мы соберем топовую Командору, опять же, супер пэтом и прочим, не факт, что она будет держаться лучше, чем это. Так. Поехали, тест номер 2. Вот там, где нету лисички, как видите, заряженные, вообще идеально заходит. Просто супер. 58% нам этого хватает. Будем седушку за. Семьдесят один. Ну, давай, ратушу 93. Вполне очень даже ничего, я вам скажу, ребят. 96% больше, чем достаточно, чтобы вынести любого топа. В принципе, все. Вот такая вот у нас была на тесте Командорка для битвы гильды Истинная Вера. Ну, не знаю, мне понравилось. Я хочу ее еще потестировать на подзимочках. Посмотреть, что она там сможет сделать. Думаю, будет интересно посмотреть на вот такую вот на подземках. Единственное, с уклонами, как видите, не все так просто, как хотелось бы. Но, опять же, этого вполне хватает для прохождения, скажем так, хороших дефов. А если у вас там не особо большой топ, сделать, вытащить истинную веру. Я попробую на твинке сделать талантом, то есть не особо топовую прокачку, она там не прокачана, и потестировать, посмотреть, что в итоге получается. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.